Здравствуйте, друзья мои! С вами Садреддин. Сегодня я вот хочу рисовать пейзаж. Не буду рисовывать с картинки, а так сам образно буду представлять перед собой картину, которую я хочу нарисовать. Я обычно так работаю. Инструменты. У меня есть вот разные кисти, мастихины. Сегодня я хочу рисовать только этим мастихином, как рисует знаменитый художник Леонид Афремов. Я посмотрел, он работает только одним мастихином. Я сегодня тоже хочу попробовать, что у меня из этого выйдет. Ну, постараюсь, как Леонид Афремов рисует. Только одним инструментом. Краски у меня здесь. Красок у меня множество. Акриловые краски. Есть ретендер, который я только недавно приобрел. Буду добавлять, чтобы краски сильно быстро не высыхали до окончания той области, на которую я ее наношу. Итак, приступаем. Я начинаю рисовать пейзаж. Приготовил замес белой с голубой краской. Я их смешал, чтобы лучше получилось, светлее получился оттенок. И вот остальное все теперь домешиваю прямо на холсте.